Привет, Ребзя. 20 января 2024 года. У нас пурга страшенная, но зато тепло минус 3. Выбираемся на рыбалочку первую в 2024 году зимнюю рыбалку. Ветрище почти 5 метров в секунду, но у нас нет другого выбора. У нас только выходные, поэтому что получится, то получится. Едем проветриться. Все, вопросы нет? Мы же высокоинтеллектуальным автомобилем, блядь. Вот висит стопка бомберов. Жилица. А что цвета показывают? Стопка, да. Вот цвет, цвет он говорит, да. Вот этот цвет, говорит, вот он и есть цвет. Вот этот. Дальше идет такой же цвет. А я-то знаю, что это не так, блядь. Они он последние, говорит, они все разные. Они все разные, блядь. И лень просто, да. Так я говорю, вот. Все, без 5:09 прибыли в Черемшанку. Выдвинулись на Чусовейку. Сегодня у нас новый компаньон Ренат. Эдуард не смог, он пошел на юбилей. Ренат вызвался, Динка Савина. Сейчас всех покажу. О, с той весны здесь не были. Клево так, но сегодня минус 2,5 градуса, но ветер сумасшедший. Но главное не замерзнуть. А мы не замерзнем, потому что минус 2 и клевые костюмы у всех. Что, друзья, выходим на реку. Окуневые места уже все, люди рыбачат. Вон два чувака, ты чё? Это я знаю. Ну, так иди на них. Так ты подожди всех-то. Тем более у тебя это, настойка. А, Андрей Николаевич, а ты палатку-то взял? Все, понял. Я-то сюда в вашем подполье не вкатываю. Ой, как клево здесь, ребята. Октябряты. Сегодня с нами Ренат. Куликова. Привет. Он впервые на моем канале. Андрей Николаевич, как обычно. И Дмитрий Александрович. Уже был. Был и не будет, и будет был еще. Замечен. Да. Ну что, какие планы? Идти. Судака? Судак. Судак? Судак, окунь. А ты что будешь делать? Я буду отдыхать. А смотри, ветра-то нет, я же сказал, из-за горы не будет ветра. Сплю. Палатку оставь здесь. Ветра я нет. В палатке буду, мне ветра по-любому. Хорошо. Будешь палатку? Давайте, начинаем. Так, Андрей Николаевич делает первые лунки. Я на ней остановлюсь сейчас. Ну-ка. Покажи меня, сними перчатки. Красавцем? Не знаю. Куликова, идет запись. Сегодня. Смотрите, друзья, посмотрите, какой я. Сережа. Дешевый костюмчик, я бы сказал, бесплатный. Спасибо, братан, за подгон. Два таких костюма, один с ватными штанами, один с синтепонами. Теперь я узнаваем на реке, если увидите красного мудака, то есть это Нива Буренка. Или Лукойл рулит. Да, начинаем рыбачить. Олег, привет! Вот Олег Ивкин, уважаемый человек. Привет, привет! С праздничками со всеми! Уважаемый человек тоже. Да, рыбачит. Погнали. Наши ушли в сторону Куликова за судаком. Вот они. Но мне кажется, они уже на ту бровку. Они, смотри, уже, по-моему, на берегу. Они просто ушли. Первые взмахи 2024 года, ё-моё. За телефон глючит, стал дергаться. Видите, как цвет попадает. Ну, как же соскучился по поклевке. Покажись, полосатый матрос. Димка с Ренатом под Куликова. Опа. Что такое? Мелочевка. Ладно, ищем дальше. Ну что, друзья, мы первый.
Первый зачетный окушок. Вот он. Хорошенький. Пошла пурга. Как всегда, погода говно. Продолжаем. Как говорится, так и так, друзья. Время уже 10:30. Часик полтора прорыбачили. В 9 мы примерно начали. Очень кайфово на реке. 2-3 градуса. Ветер обещались ужасный, но он, как бы, видимо, вот из-за этих гор, как мы предполагали, нету его. Я поймал одного окуня, грамм 150. Уже показывал. Вот там вот ребята. Ребята там скучковались. Пытаются что-то немножко ловить на мормышку. Я не буду ловить на мормышку. Хотя не факт. Наши по-прежнему бьются под Куликова. Это братки с эхолотами. Дай бог им удачи. Я надеюсь, я сегодня судака увижу, пусть не у себя, но у них. Ну а я продолжаю бурить лунки, искать рыбу. В новом костюме мне вообще комфортно. Брателло, еще раз спасибо тебе. Тебя люблю. Дай бог тебе здоровья. Главное, чтобы ты сейчас кайфанул на новой вахте. В теплых краях хватит китайца смотреть. И в холодах давай-ка это погрей зад. Так что все клево, мне вообще все нравится. А рыба это второстепенно, друзья. Блин, дует, не могу. Микрофона нет пока, не знаю, что слышно, но давайте продолжаем рыбачить. Что, друзья, время 12 почти. Надыбал я маленько, 3 штучек поймал. Тихонечко тут это что-то раздраконивается. Короче, не надо ему железо, надо мелочь. Вот такие попадаются молочевки. Вот. Вот вдоха. Вон бегемотики. Умочка. Андрюха, Ивкины там все колбасят. Это, кстати, классно то место понравилось. Вот там мы ночевали. Вон наши мужики. Блин, так охота что-то половить. Блин, я уже соскучился по рыбе. Вроде что-то проклевывается, может, сейчас. Что-нибудь надыбаю. Что, друзья? Пообедал, берем час. Пообедал, как говорится, чем Бог послал. Вот пообедал я вот так вот. Пообедал. Хлебушком, печеньками, кофе, пряниками и колбаской сижу вот так вот прямо в снегу. Чай. Термос. Там рыба не клюет. И погода скурвилась, как говорится. Все замело. Вон конца гор не видно. Ё-моё. Ну нам похер, мы продолжаем рыбачить. Хожу, бурю свежие луночки. Вот. Думаю, вдруг так подойдешь. Старый. Ап. А там поклевка. Нифига. Время 2:00. Закончилась малинка у меня. Пойду к Андрюхе в толпу. Посмотрю, что он ловит, да малинки возьму. Может, кто поделится со мной. Малиночка. 5 окуней поймал. Херня полная, но интересно. А еще вот эти. Ну что ты, гад? Улыбаешься. Смотрите, каких. Ну-ка возьми в руку своего крокомонстра. Вот таких вот тарасов, вот окуней выворачивай. Вот это да. Еще, блин, гад. Тут 7 поймал, еще в корыте 8. Говорит. Да, вон что-то есть тут. Такие же добрые окуня. Отлично. Машет мне крылом. Ну, гад, что еще скажешь? Иди, говорит, Каирин, там на выходе с острова рыбачь. Я, говорит, пойду в толпу. Каирин сказал, я пойду своим путем. Не надо наговаривать на Андрея Николаевича. Я же тебе говорил, не ходи в толпу, а ты пошел. Я не в толпу пошел. Выше ее? Да. Нас всего 2 было. Кстати, одного, знаешь, как поймал, Серега? Выше себя удочку задрал. Как, говорит, поймал? У нас, говорит, 2, я и окуни, говорит. Ну, зараза ты, а. Ну, ладно, че. У меня просто сегодня спецзаказ. Угу. Будет и на моей улице праздник, а на вашей 2 праздника. Ладно, так, что же делать-то, куда? Я, наверное, пойду на миля. Так вот, ребятушки. Дуплетом херачим. 2 берша.
хрена не клюет, друзья. Погода скурвилась вообще. Вот так вот метет, ни хрена не видно. Видимость вообще небольшая. Ну, ребят, был выход потом. И все, все рассосались. Ну, что мы хотели? Январь. Вот такие сломы погоды, естественно, ничего не будет. Вот такой вот получился у меня улов. Очень не густо. Приехал, еще полчаса огребался. Но зато мы классно с парнями провели время. Всем добра, здоровья и позитивного настроения. Оставайтесь на канале. Пока.